по вашим пресс-формам сделано? Да, то есть они заказывают пресс-форму, отписывают программу, и мы здесь на этих станках выполняем пресс-формы, и они уже на своих предприятиях уже отливают. Здесь готовят достойные кадры. Такой вывод сделал глава региона Роман Бусаргин после посещения губернаторского техникума. Здесь обучаются 1200 студентов. Загруженность 100%. Здесь специальности подобраны правильно. Да, здесь 12 специальностей. По среднему профессиональному образованию всего 109 направлений профессиональной подготовки. Это самый многофункциональный колледж у нас на территории Саратова. Спасатели, парикмахеры, сварщики, документоведы, выпускники ГМТ без работы не остаются, потому что их специальности востребованы не только в Балаковском районе, но и в других регионах. Мы занимаемся и пополнением кадров для Саратовской области, потому что половина студентов у нас приезжие. У нас есть ребята, которые Самара, Ульяновск, Пенза, есть студенты из Сочи. Роману Бусаргину рассказали, что студенты техникума в ходе обучения сотрудничают с предприятиями и организациями. Они проходят практику там, куда планируют идти работать. За качество знаний и полученных навыков выпускников ГМТ ценят. Среди учебных заведений имеем сертификат доверия работодателя, единственный среди образовательных учреждений. Входим в сотню высших образовательных учреждений России. Все студенты губернаторского техникума – кадеты. После обучения они могут по соглашению поступить в профильные вузы. Конечно, не каждый идет в институт, но плюсы от кадетства видят все. В первую очередь это дисциплина, собранность и ответственность. Вот это кадетство помогает ребятам в армии. Они идут туда подготовленные. В губернаторском техникуме создана база для проведения конкурсов профессионального мастерства. Оборудованы мастерские по формату WorldSkills. ГМТ может стать межрегиональным центром для проведения мероприятий по различным направлениям. К примеру, наличие скалодрома, веревочного парка, лабиринта и колодца для обучения спасателей делает Балаковский СУЗ уникальным. И планов по развитию техникума много. У меня была какая-то задумка. На базе техникума сделать пост, чтобы в летнее время совершеннолетние ребята с офицером МСС могли бы проходить практику, выясняя где-то траву, где-то... Давайте подумаем. Где-то просто воду подвести. Хорошо. Но это была бы и подмога, и в то же время хорошая практика. Хорошо, давайте подумаем. Таким и должно быть современное профессиональное образование, отметил по итогам визита Роман Бусаргин. И предложил в каждом СУЗе делать акцент на профессиях, востребованных именно в нашем регионе.